Ну что, ребята, здравствуйте вам всем. Я к вам спешу с новостями. Парня, который, стоя на балконе собственной квартиры, зафиксировал на видео прилеты, попадание ракет по Артемовску и взрыв, который был с правой стороны, посадили СБУ. Скажите, пожалуйста, если бы парень зафиксировал и было доказано, что эта ракета принадлежит России, разве его бы арестовали на территории Украины за правонарушение? И какое, собственно, правонарушение? Это короткометражное видео всего лишь доказало тот факт, что ракета была выпущена не со стороны России, в Ахмадет, в онкоцентр в Киеве. И там четко видно ракеты, которые пускались и попадали в военный объект, стратегический военный объект, в завод «Артем». Так вот, у меня вопрос. НАТО на собрании утвердили тот факт, что это была их ракета «Пионер», что это сработало их ПВО, которая стояла между жилыми домами в Киеве. Только Зеленскому это не угодно и не выгодно. Как думаете, сколько денег теперь НАТО выделит Украине? Вот и подумайте, ребята, кто же все-таки вам враг? С кем воюете? Не воюйте с русскими. Русские не врут.